Понедельник, 28 октября, около 8 часов утра, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. В районе дома номер 69А по улице 60 лет октября водитель ховера совершил наезд на шестиклассника, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. На этих кадрах видно, как перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель Hyundai Tucson притормаживает, чтобы пропустить пешеходов. При этом встречный поток автомобилей движется без остановки. В этот момент ребенок начинает перебегать проезжую часть, в результате чего происходит столкновение с ховером. Водитель поясняет, что он не успел среагировать до того, что пешеход сразу повернул на пешеходный переход. Возможно, сейчас предоставлена видеозапись, изучаем, на самом деле так это было ли. Или есть. Но тут есть один момент, что водитель не своевременно среагировал. Так, это наличие у нас зимней скользкости, к сожалению. Из-за этой зимней скользкости колеи на снежном накате на этом участке как раз ему не позволили моментально среагировать. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в приемный покой Ненецкой окружной больницы. По данному факту возбуждено административное производство, проводится проверка. По словам начальника окружной госавтоинспекции, с начала текущего учебного года это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних. Всего в текущем году таких аварий зарегистрировано 4. Что удивительно, все они произошли на пешеходных переходах. В большинстве случаев дети не убедились в безопасности перехода. И вот один из примеров. Ребенок бежит к пешеходному переходу и слегка, сбавляя скорость, выскакивает на дорогу. Столкновения с автомобилем избежать не удалось. Безусловно, никто не снимает ответственность с водителей, ведь, приближаясь к зебре, они должны сбавить скорость и быть готовыми к торможению. Особенно если замечают, что ребенок находится совсем близко у пешеходного перехода, хотя бы на всякий случай. Так, кстати, поступают те водители, у которых есть свои несовершеннолетние дети. Береженного, как говорится, и Бог бережет. Что касается пешеходов, то они вдвойне должны быть внимательными. Необходимо дождаться, убедиться, что транспортное средство все-таки тебе предоставляет преимущество. Вопросам безопасности дорожного движения, правилам поведения на проезжей части и прилегающей к ней территории в нашем регионе уделяется особое внимание. В школах и детских садах проводятся тематические уроки, классные часы и беседы, в том числе с использованием передвижной лаборатории безопасности. Дети участвуют в региональном этапе всероссийского конкурса «Безопасное колесо», где также изучают правила дорожного движения не только в теории, но и на практике. Буквально в сентябре, это начало уже учебного года, состоялась неделя безопасности. В рамках классных часов, дополнительных заданий, кружков, значит, проводятся непосредственно занятия с ребятами по изучению правил дорожного движения. И проведены данные мероприятия во всех школах округа. И все же, несмотря на принимаемые меры профилактики, ДТП с участием несовершеннолетних на территории Ненецкого округа меньше не становится. И особенно актуальна эта проблема в период школьных каникул. Представители окружной госавтоинспекции и окружного профильного департамента убеждены, учить правилам дорожного движения подрастающее поколение должны в том числе и родители. В ноябре для них пройдет обучающий семинар по повышению безопасности на дорогах. В настоящее время рассматривается вопрос об организации прямой трансляции через социальные сети. Ирина Никишина, Антон Водряков, телеканал «Север».